Всем привет! Сегодня у нас распаковка, так я забрала сегодня заказ, который оформляла специально к этому дню. Начнем. Что же это за заказ? Во-первых, это вот набор продуктов, корзина продуктов, которые мне были необходимы для того, чтобы принять участие в марафоне стоимости, который начался с сегодняшнего дня. Марафон продлится 14 дней, как раз таки вот эти продукты на 14 дней. Это вот две коробочки питательного коктейля, обогащен растительным белком и пищевыми волокнами. В каждой коробочке по 7 порций, как раз таки на 2 недели. Взяла 2 одинаковых вкуса, хотя есть и другие вкусы, но взяла, так как он был со скидкой на момент заказа, поэтому взяла одинаковые. Сейчас покажу штучки. Вот такие вот пакетики, 10 грамм белка, 93 килокалории в одной порции, и 4 грамма клетчатки. Так, очень удобно. Можно отмерять мерными ложечками. Высыпал все. Следующее это у нас комплекс клетчатки, напиток, раз коробочка на 14 дней, взяла со вкусом яблоко-лимон. До этого был у меня другой вкус, ягодный, клубничный. Я его пила уже. Так, здесь тоже у нас все отдельно по пакетикам. Очень удобно. Вот, взял, убрал, тут все высыпаешь и пьешь за полчаса до еды. Он у нас употребляется. Это для контроля аппетита. То есть выпиваешь клетчатку внутри, разбухает желудка, и, соответственно, ты уже порцию ешь меньше. Так, и для марафона взяла еще фито-чай из диких трав. Очищение дренаж номер 1. Так, состав: листья сена, кора крушины, листья крапивы, корни лука, ну и так далее, читать не буду. Так, это что касается марафона стоимости. Далее я взяла еще эльтернитин, так как я уже больше 3 недель сбрасываю вес. Эльтернитин как раз таки мне нужен для того, чтобы ускорить жировой обмен. То есть он активизирует метаболизм жиров и образует из них энергию. Как раз таки при похудении, особенно кому сложно дается похудение, помощь. Так, еще взяла шампунь увлажняющий. До этого у меня был другой шампунь тоже в этой фирме. Именно для кожи головы склонной к жирности, так как у меня очень быстро жирнились волосы. Но он с розовой полосочкой идет. Мне он очень понравился, потому что у него волосы шелковистые, не утяжеляются. И вот взяла, я его оставила в гостях, взяла попробовать вот этот шампунь увлажняющий. Он идет у нас тоже, нормализует работу сальных желез, уменьшает шелушение чувств стянутости, интенсивно увлажняет волосы, препятствует потери влаги, укрепляет, разглаживает, защищает повреждения, уменьшает электролизацию волос, делает мини пушистки. Ну, будем пробовать. С розовой полосочкой мне очень понравилось. К сожалению, хотела взять бальзам, но его не было в наличии. Как только появится, обязательно возьму. Так, еще я взяла зубную пасту, земляника и красная глина. До этого у меня была черная паста с активированным углем, она уже заканчивается, там на 1-2 использования осталось. Мне очень понравилось. Никакого налета в течение дня абсолютно. Гладкие ровные зубы, языком проводишь. Так, будем пробовать это. Это новинка. Так, осветление эмали, комплексная защита полости рта. Защита от кариеса, сочный яркий вкус, чистый эмаль, здоровые десны. Будем пробовать.